Вот такая вот помаранчевая машинка, оранжевая вот. Машинка номер один, вот гоночная. Вот так она смотрится сверху. У нее нету крыши, поэтому на нее садиться легко, я думаю. Вот для чего у нее вот эта дырочка. Я не знаю, я этого никогда не видел, поэтому не скажу. Вот, сбоку она смотрится вот так вот. Наверное, это как детские машинки с аттракционов, которые садятся и едут, ну. Кто знает, тот поймет. Довольно-таки красиво выглядит она. Вот такая вот сама. Спереди вот. Маленькая очень. Поэтому, когда хочу ее показать, получается, что я ее закрываю пальцем. Ну, такое уже дело. Вот. Так она ездит у нас сбоку вот с этого вот. Тоже так вот, это у нее не что-то тут сбоку приделано. Это у нее такие фары, поэтому сбоку, когда смотрим, можно подумать, что у нее там что-то не так. Особенно на самые нижние фары, вот-вот. Ну это фары поворот. Эти, которые, когда поворачивает машина, короче. Все будет сзади, она вот такая вот. Ну, конечно, сзади тоже интересно посмотреть, как она выглядит сверху. Больше сейчас я не могу сконцентрироваться. Это у нее багажник, вот. Капот. Ну или как оно там называется. Это уже не суть, короче, мне разбираться. Не слишком суть. Вот она такая вот внутри. У нее даже вот написано какие-то вон циферки. Я их не буду читать. Кто поймет, тот поймет, что у нее там написано. Это не то, что вот наклеено. Вот тут вот это то, что там написано. Снизу она выглядит вот так вот. Немножко поснималась у нее краска. И она вот такая вот, слегка темноватая. Внизу. У нее вот такие вот колеса. Они к ней приделаны, ну. Это как в Киндере, что колеса отдельно их надо приделать. Я это не буду сейчас показывать, как они снимаются, потому что снимать колеса не очень удобно на таком видео, поэтому лучше не ломать машинку. И вот такие вот колеса. Снизу она вот смотрится тоже вот. Со всех боков вот. Это зад, вот это бок. Ну и перевод, ну, конечно, тут снизу рассматривать особо не приходится, потому что почти все одно и то же, вот. Если вот так совсем снизу смотреть, то тут видно, что у нее где разница, а так иначе не будет этого видно. Поэтому всем спасибо за просмотр, кому понравилась машинка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.